Сегодня 8 июня 2015 года. Ну вот отводок отнес на новое место сюда, где пчел поблизости нету. Пчела вся слетела, лета нету никакого. Вот видно, только пчелки в охране стоят. Вот сейчас посмотрю, попробую выпустить матку. В отводке заметно поубавилось. Вот видно интерес пчел к матке, которая вот стоит. Вот у той клеточки ни одной пчелки нет, а у этой вот видно, здесь они елозят. Вот ее сейчас и попробую выпустить. Видно, пчелы вот маточников налепили свищевых. Их надо убрать, если такие есть. Вот лисичка. Вот груда. Все это убирается. Пчела тут одна молодая осталась, поэтому выпускать можно матку смело к ней. Вот клеточку открываю, вот матка вышла. Ну вот верхом, когда садится, не больно хорошо пчела. Лучше, когда она внимания не обращает на матку. Но матки шустрые, им уже на облет надо идти, вот носится по соту. Вот ее видно. Она не сегодня, а завтра уже на облет пойдет. Рамку назад вернул в корпус. Накрываю все и жду облета. Вторую матку отсюда изымаю, можно второй отводок сделать на ней.